Международное агентство Fitch понизило рейтинг Украины 22 числа с CCC до C. И это все было осуществлено на базе того, что 20 числа правительство Украины начало процедуру просьбы, ходатайства об отсрочке выплат по платежам на 24 месяца. Уровень С – это невозможность выплатить проценты по кредитам. Следующий уровень – это РД. Это уже почти дефолт. Такой уже дефолт, но такой легкий дефолт. То есть это состояние, когда государство находится в возможности отдать все свои долги в виде активов своим кредиторам. В общем, Fitch всех предупреждает, не вкладывайте сюда деньги. В феврале у нас ситуация была на уровне Б. Как-то так.